Во Владивостоке продолжаются работы по приведению в порядок памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Так подрядчик привел в порядок мемориальный комплекс «Боевая слава ТОВ». Средства и технологии очистки подбирают в зависимости от материала, из которого изготовлен памятник, и его детали. С помощью воды и специального щелочного состава сначала удаляют грязь, после чего проводят очистку щетками. Окончательный этап – обезжиривание и нанесение воска для защиты от ультрафиолета. На некоторых объектах работают также включают в себя частичный косметический ремонт. Помывка идет в несколько этапов. К 1 мая в порядок приводили монументы, связанные с революцией. Это памятник борцам за власть Советов, памятник Сергею Лазо и другие. Следующий этап начался 2 мая. Подрядчик приступил к памятникам, посвященным событиям Великой Отечественной войны. Всего в порядок приведут 22 объекта.